Всем привет! С вами Константин, и мы продолжаем наши приключения. Тут я вижу, кругом у нас отсвечиваются всякие шняшки. Ну шо, я разбился успешно. Вот на той штуке я упал. А как же перейти? Она скользит, и я свалился в пропасть. Вот здесь только перейти, да? Ага, не все так просто, как оказалось. Ну да. Двухстволка. А давайте хоть посмотрим, что это такое. 6 патронов. Ну да, как... Забыл, как эта игрушка там с Элли. Тип того. Не. О. Новый какой-то автомат. Хер его знает, не показывают эти показатели там. Да, и большое. Я не очень люблю, когда шквал пуль. Потому что туда-сюда и патронов нет. Опять этот. Гранат куча. Винтарь с оптикой. Ну, такой себе оптикой. А что, у нас полный боекомплект? Походу, да. А у этого что было? Ну, у этого посерьезнее оптика. Ну да. Ну не хочу. Плохо, что нет еще одного слота. А тут вообще у нас. Нифига себе. Ладно. Возможно, нам даже вот сюда. Давай, что ты так только как-то полез? Ну, возможно, я могу ошибаться. Возможно. Блин, не вижу нифига, куда нам. Не понимаю, точнее, не то, что не вижу. Может, я и вижу, но я не понимаю. Что тут у нас за ствол? Опять этот наган. Возможно, вот сюда. Сюда вот, на этот столб. А потом туда. Ну, давайте попробуем. Все-таки интуиция какая-то работает. Да и хорошо. Не настолько я плох. Невзирая на возраст, все-таки работает что-то еще. Ладно. Кукуха. Куда мне? Автомат есть, пестик есть, точнее, УЗИха.
мне. Блять, напугали. Вот, наверное, туда куда-то. Там он. Ага. О, что это? Так, ну что там может быть написано? Захотите, почитайте на паузе. Это такая история, она на пиратов. История. Да не говори. Команде Бёрнса повезло с этим сокровищем не больше. Давайте посмотрим. Тут есть какой-то ход. Но я там видел наверх. Вот, вот эти вот отметки, скорее всего, нас наверх поведут. А тут что у нас в пещере? А, ну, понятно. Ножик нашли. Они тоже без понта, вот эти вот все. Давай, 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 блядь, быстрее, быстрее. Охренеть. Охренеть. Чуть тебя не пристрелил. Сэм, ты жив? Да, как всегда вышел сухим из воды. Рад тебя видеть, братишка. Пошли. Нас ждет сокровище. Погоди, погоди, Сэм. Куда нас несет? В каком смысле? Вся наша снаряга на дне Индийского океана. Ничего, стащим что-нибудь у солдат Надин? Да, у солдат. Против нас целая армия. Ну, все это время мы справлялись. Мы с голыми руками посреди джунглей. Так в эти джунгли мы и стремились попасть. У нас даже пути отхода нет. Так, ну послушай, в порядке бреда. Давай спустимся и хотя бы угоним себе лодку. Лодка подождет. Ты знаешь, что у нас на кону? На кону моя жизнь. И мы ее выкупим, если пойдем в эти джунгли и найдем Либертали. Ты тут видел хоть какие-то следы пиратской колонии? Я вот точно нет. Не поздновато ли теперь сомневаться, Нейт? Ну ты признай хотя бы, что замысел Эвери организовать ту пиратскую утопию вполне мог провалиться. И вполне возможно, что мы зря тратим время на иллюзии вместо того, чтобы искать реальный способ тебя спасти. Я намерен перерыть весь остров по камушку, пока не найду сокровище, ясно? А ты, если совсем уж не уверен в своих силах, можешь возвращаться домой. Стоп, стоп, стоп. Домой? Ты издеваешься? Знаешь, чего мне стоило доставить тебя сюда? А чего мне это стоило? А? 15 лет жизни ну, псу хватит. Под хвост. Это тут вообще ни при чем. Правда? А я вот так не считаю. Что? Обалдеть. Все еще хочешь домой? Посмотрим, что там есть. Телега стоит с
мешками. Нормально. Вообще красиво, очень красиво. Хорошее начало. Да, только бы остальное не было завалено тоннами земли и камней. А я вот лично оптимист. Far Cry отдыхает. Как говорят специалисты, нервно курит в сторонке. Посмотрите только, какая природа. Вообще, обалдеть. Особенно, когда погода хорошая. А что мы сюда вот никуда не заходим? Не выбиваем ничего. Потому что не надо, да? Сэм, сюда! Я иду! Сюда это куда? Да вот, наверное, сюда. Никого нет. Это место знавало другие времена. Да, крыше нужен ремонт. Только бы она на нас не рухнула. Да что вы, блядь, топчетесь? Верстак какой-то. Сюда. Так, я прошел. Нет, так не пойдет. Ну давай думать. Эй, Нейт, похоже, тут есть проход. Нейт, сюда. Пылище. То какая хорошая нагрузка на квадрицепс. Так, ну туда пойдем, потом пойдем. Сейчас здесь. Молоточки. Как же приятно иногда размяться. Да, это точно. Так о чем мы туда, я не понял. Туда ж можно было пойти. Тут есть выход. Слишком высоко, не залезть. А мы, наверное, оттуда пришли. Ящик, у меня идея. Я даже вот знаю, какая. Берегись! Ага, мы в деле. Спрыгнет. Ну нифига себе. Нейт, нашел чего? Да, может быть. Ты должен это убить. Ух ты. Что ты видишь? Нет домов, широкая улица. Наверняка тут было что-то типа рынка. Да, спасибо за ценную информацию. Что ты видишь? Ты хочешь, чтобы я это сказал? Очень надо, чтобы ты сказал. Ладно. Либерталию. Либерталия! Легендарная, затерянная пиратская утопия, которая спустя 300 лет... найдено неким Сэмюэлем Дрейком. И, ну да, конечно. И его менее эффектным братцем, который случайно увязался за ним по пути. Я всегда знал, что однажды ты станешь человеком. Это не первый затерянный город на моем... Тихо, тихо, просто... насладись моментом.
Ну, с чего начнем? Вон с того сооружения. А, со сторожевыми башнями? Да, посмотрим, что они там сторожили. Согласен. Это... Вперед! У меня дар речи. Я просто охреневаю, Нейт! Говоришь, дар речи пропал? Вперед! Как думаешь, сколько они все это строили? Годы? Десятилетия? Как им удалось сохранить все в тайне? Так а что сохранять в тайне, слышь? Ни интернета, ни квадрокоптера. Это просто находка. Даже без сокровищ. Жаль, что Алькасар другого мнения. Вот обязательно нужно кайф сломать. Кайфом? Но мы сюда по делу пришли. Поверь мне, про дело я помню. Да и так, к слову. Ну ладно. А, так продолжим. Ни интернета, нифига нет. Эй, Сэм, смотри! Пиратский кодекс поведения. За угол зашел эти... Я думал, тут вся соль в том, что правил нет. Правила были даже у пиратов. И тебя уже хер найдут. Только за угол зашел. Заперто. Конечно. А где старшой? Ну и шо? Вон. Он не собирает, статуэтку ту не забрали. Помните, статуэтка была? А где опять старшой? Кости лошадей. Привязанные. Словно их бросили. Почему? Не знаю. Может, люди спешили? Или их увели силой. А, что-то здесь нечисто. А что ты думаешь, тут произошло? В смысле? Ну, все хорошее когда-нибудь кончается, так? Я, конечно, шучу про проклятое сокровище, но после всех твоих историй... Обычно верный вариант — это самый простой вариант. Обычно. Ну что мы тут будем? Пошли куда-нибудь. Время собирать камни. Нет? Эй, похоже, тут есть какой-то проход. Ну так, у меня шо, глюк? Или что? На этом все закончилось. Блять, надо самому искать. Я ж думал, он нас поведет куда-то, куда надо. А он бегает на месте. Так, а что с этим? Мы подошли, посмотрела. И все. Ладно, давайте искать тут. Там еще один выход есть.
отсюда. Возможно, даже сюда. Оп. Поговорить со стулом. Хороший вид. Эй. Выпьем. Да, выпьем. Что тут хорошего? В колонии? Ну да. Кладешь свои кровные в общий котел с этими проходимцами. И что потом? Ну, расслабляешься. Тихая гавань, крепкий грог. Неплохая жизнь. Да, наверное. Но каждый день видеть статую Эвери. Блять, пошлите, наверное. Моя кружка пуста. Должен сказать, сервис тут ни к черту. Он надыбал. Ничего. Ладно, я хотел там по лестничке, да? Угу. Что нам это дало? Нихерашечки не дало. Нихерашечки еще чуть-чуть. Став все равно брать не будешь. Отсюда пришли, правильно? Ну да. А куда дальше? Эй, Сэм, посмотри. Кузница. Вот, саблю возьми. В рукопашку будешь с саблей. Здесь делали сабли. Ран не возьму. Защищайся, пес! Класс. Я просто... Ну да, я понял. Ну, как раньше. Да, да. Тоже мне пират. Торговали с другими колониями? Если да, то не на этом острове. Иначе про него бы все узнали. Логично. Так, ищите выход или вход. Что мы ищем? А вот он. Капитан Эвери, давненько мы вас не видели. Что это за символ? Я видел пару таких, когда искал тебя. Так кто тут ставит метки? Это чья-то печать? Нет, я такой не знаю. Может, захватчики? Наверняка у этих людей были враги. Логично. Похоже, тюрьма нужна даже в пиратской утопии. Представляешь, кого туда сажали?
Как-то это лицемерно. Тюрьма у пиратов. Ну, в любой компании как мы найдутся мерзавцы. Что-то я забыл. А как мы присаживаемся? Никак. Там просто светится он. И мне надо сесть. Я ж не знаю, может нам потом, если мы найдем все... как их, господи. Ну, какие-то там штучки. Он не присаживается. Не на С. Ладно, нахер. Коллекционную, поняли? Вот эту вот хиробору всю найдем, а нам бах, саблю красивую. Сюда, за мной. А дальше? Тут есть тоннель. Эй, Сэм, сюда! Здесь что-то есть. Я сейчас. Похоже на убежище. Да, но от кого они прятались? От самих себя? Смотри, похоже на схему торгового квартала. И... вот, вот наше сокровище, в этой башне. Что они задумали? На этом тоннеле закончился, или вот еще? Нет. Снова этот символ? Да. Знаешь, если символ оставили захватчики, мы бы не нашли его в подземном убежище. Да. Может, тут не все было гладко? Тайные общества, заговорщики. Это вполне возможно. Может, сейчас откроется? Вот тут. Не? Ничего не срабатывает. Что же не вылазит? Интересно, блядь.
сука, какая-то западня. Ладно, давайте внимательнее искать. Ну, конечно, блядь. Вот здесь у нас что-то лежит. А. Вот. Бальзам, вьетнамская звездочка. Понизу пробежимся. А вот как мы выберемся. А, ну, мы бы не поднялись, да? Ну, я так предполагаю. Тю. И в подвал туда, да? Ну, я разбился, не на ту кнопку нажал. Порядок. И вниз. Там внизу виден свет. Все, не хватает веревок. Охренеть. Эй! Тут тоже колония. Опа! Хулиганы, блядь. А, черт. Солдаты. Нас еще не заметили. Пусть так и будет. Ладно, не высовывайся. Хотел сказать тебе то же самое. Да, да. Их много. Так. Так их прям не возьмешь. И чё он вообще ко мне запрыгнул? Так, чтоб до кучи. Thank you.
Вот этот меня, сука, убил. Пошли патронов пособираем. Это не последний бой. Они ищут нас или сокровища? Сокровища. И нас. Блять, нахуя мы УЗИ? УЗИ-то нормально. Я хотел автомат поменять. Блять, опять УЗИ. Да ёб твою дивизию. Один раз, что ли, надо нажать? Это шо у меня? Всё. Патронов нет, давайте собирать. Это херобура какая-то древняя, блин. Была подсказка, я на нее не нажал, пока с патронами разбирался. Ну, наверное, наверх. Или нет? Больше нету? А их так вроде до хера было. Я что-то больше не вижу. Ну ладно, погнали. Подсказка, вот. И что? Ага. Ага. Значит, нам надо вернуться, да? Сюда. И туда. А как? Как же туда? Сюда не допрыгнуть. А здесь мы добыли, да, мы тут. Так. Я понятно, что я могу не там искать, но скорее всего так оно и есть. Так кругленькая была, да? А, бочонок, ну. Ага. Ага. Снайпера. Они здесь! Ну что, поделимся? К
как-то одного сразу там. Лечись, лечись. Еще остались? Или это все? Это все. Ты как? Ничего, запыхался. Снайперка. Я видел, что там светилось нам прыгать, но я просто смотрю. Ух ты, блядь! Нам тут нехер делать, да? О, еще выше. Еще выше. Опять светится. Не знаю, куда-то идем, а там хер его знает. Трансильвания. Возможно, на этот турничок прыгать, но что-то я очкую. И подсказочки нету. В какую нам сторону? Оттуда мы пришли, вот так обошли. Так, ну начало есть. Давай, Сэм! Эта штука прочная? Не прочнее всего остального. Ясно, значит нет. Ладно, ладно. Вниз нельзя. Ну, значит вверх. Нейт, впереди наши друзья. Что, или загасим сразу, да? Ух, черт! Thank you.
И что это нам даст? Там патроны еще. Ну, отлично. Наверху есть что-то, патроны? Раскачиваться. Ага. Давай. Ух ты, нихуя себе. Ладно, не расслабляйтесь. Посторожим тут, пока босс не появится. Вон там. Где? Там. Так, там надо как-то тактику менять. Этого надо завалить и сразу прыгать в кусты. Сразу тихо, раз. Там сейчас этот бронированный придет. Надо. Нет, никого тут нет. Мы тебя закопаем. Скоро придется вот это говно убрать. Ладно, куда это у нас веревочка? Yeah.
Куда ты делся? Ну, все. Пока да, но лучше поторопиться. Да. Патронов маловато. И куда поторопиться? Куда нам? Что это лежало? Лежала херь. Так, давай поищем дорогу. Да. Да давай, а я что делаю, по-твоему? Помоги мне. Готов? Готов. Сейчас. Давай. А. Спасибо. И что? Осторожно, тут высоко. Да, я вижу. Так. О, черт! Осторожнее вначале. Обалдеть. Да. Что наверх, не? Ну, давай как-то. Справимся. Вперед. Нахуй мы туда лезем вообще? Лишь бы лезть. Мы этот лезет тоже. Ну, значит, правильно лезем, да? Как там у тебя дела? Пиздец. А, наверное, сюда. Отлично, блядь.
Надо перепрыгнуть. О. О, вот это высота. Там уже понятно, вон должно сработать вот так хер. И запрыгнем, наверное, куда-то наверх. Ну, погнали. Ну вот. Вон окошко открыто. Чё ты висишь? Прыгай. Так, теперь что? Верь мне и делай, что говорю. Наверное, какая-то головоломочка сейчас будет. Ну, а может и не будет. Вот. Свинку нашли. И больше ничего. Походу, сюда мы пришли только ради свинки. Где братан? Ух ты, блядь. Ладно, он тоже тут. Может, по этим? Нет. Бля, куда нам? Пошли к нему, ладно. Ага. И туда, наверное, на балкончик. Сейчас надо, наверное, сначала спуститься. Он не спускается. То есть надо раскачиваться. С тем, что имею. Да, вроде того. Теперь мы точно в богатом районе. Но это не жилые дома. Думаешь, тут были их органы власти? Пожалуй. Градостроительный комитет Либерталей. Да. Может, и налоги были? Как знать. Ну, наверное, наверх. Тут ничего. Значит, не наверх. Хотел вазу столкнуть. И тут не пройти. Ага. Посмотри, чего построено. На это наверняка ушли годы.
Учитывая, сколько у них было денег. Ага, а ответственности ноль. Впрочем, как и скромности. Да. Ну, вкус за деньги не купишь. Господи. Пушки, баррикады. Что произошло? Какая-то битва. Бум. Вопрос риторический. Да. Но вот кто с кем сражался? И почему? А у этих даже вроде не форма. Будто солдаты. То есть колонисты против солдат. И если наверху сокровищница, получается, кто-то захотел забрать сокровище. Да, надеюсь, им это не удалось. Да. По большому счету, вот это все уже денег больших стоит. И не пойму, что может так случиться, что это последняя серия или что. Или нет. Не хочешь помочь? Да. Пусто. Ну, конечно. Думаешь, это Рейв? Нет. Тут много веков никого не было. Да. Ну, ищем зацепки? Да. А куда деваться? А не последняя. Тогда мы на этом закончим. Эту серию я имею в виду. Пусто. Всем спасибо. Рад был вас всех видеть. Спасибо вам за подписки, за просмотры. Всем добра.